Привет, друзья! Когда возникает вопрос о домашних пикантных закусках, хочется, чтобы их было много, и они должны быть разнообразны. Сегодня спешу с вами поделиться очень вкусным рецептом маринованной капусты. Эта капуста маринуется быстро, буквально за сутки, а получается вкусно. Итак, для приготовления мне потребуется два сорта капусты. Это белокочанная и краснокочанная. А все ингредиенты и количество пропишу под видео. Заходите, смотрите и, конечно же, готовьте. А кому интересен рецепт приготовления, оставайтесь вместе со мной. Берем белокочанную капусту и нарезаем ее тонкой соломкой. Капусту я подготовила. Далее краснокочанную капусту также нарезаем тонкой соломкой. Морковь необходимо натереть на терке для корейской моркови. Морковь я подготовила. И болгарский перец я также буду нарезать тонкой соломкой. И теперь нам необходимо взять чеснок и нарезать небольшими кусочками. А теперь необходимо нам слегка помять капусту. Чуть-чуть, чтобы она немного пустила сока. Вот так. Теперь я беру чистые сухие банки. Банки у меня объемом 1 литр. Стерилизовать банки необходимости нет, потому что капусту мы будем кушать уже через сутки. И начинаем заполнять банки. На дно банки добавляем черный перец горошком. Далее чеснок. И теперь банку я буду заполнять слоями. Первый слой у меня будет капуста белокочанная. Морковь. Краснокочанная капуста. Далее болгарский перец. Теперь опять я добавляю белокочанную капусту. Посмотрите, какая красота уже у меня получается. Добавлю немного моркови и сверху банку до самого верха заполню краснокочанной капустой. Вообще банку можно заполнять в любой последовательности, то есть в произвольной форме, как вам нравится. Теперь капусту обязательно хорошо прижимаем, чтобы банка у вас была заполнена очень плотно. Ну вот, банки я заполнила. Получается вот такая красота. Наверное, многие мне спросят, а зачем вы берете краснокочанную и белокочанную капусту? Сразу скажу, что вкус получается более интересным. А если вы добавляете морковь и болгарский перец, то это просто великолепная и вкусная закуска. Итак, теперь мы готовим маринад. Итак, берем 1 литр воды, добавляем сюда 2 столовые ложки без горки соли и 1 столовую ложку сахара. Сахар и соль перемешиваем и провариваем в маринад примерно пару минут, чтобы у нас хорошо растворился сахар и соль. Прошло 2 минуты, теперь сюда же добавляем растительное масло и 9% уксус. Перемешаем и дадим провариться буквально 1 минуту. И горячим маринадом заливаем банки с капустой до самого верха. И в итоге 1 литра маринада нам хватает на 2 литровые банки. Сразу хочу сказать, что такую капусту я всегда готовлю с вечера, поэтому сейчас банки я просто прикрою крышками и оставлю до утра. А утром крышки на банках я буду закрывать и отправлять такую капусту в холодильник.
Прошли сутки, и капуста готова. Она получается вкусная, ароматная, хрустящая, с пикантной ноткой. Такую капусту можно подать на любое застолье. И она обязательно вам понравится. Если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. А также смотрите мои другие видео, оставляйте свои рекомендации и, конечно же, пишите свои комментарии. Не забудьте подписаться на мой второй канал. Ссылка находится под видео, вам там будет интересно. А также заходите в группу ВКонтакте в Одноклассниках, делитесь своими рецептами. А вам всем скажу, чем больше вас, тем интереснее готовить для вас. Готовьте, экспериментируйте на своей кухне, и все у вас получится. Всем пока-пока, готовьте с любовью.